Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас ЛП Зомби Апокалипсис. Мы продолжаем ЛП Зомби Апокалипсис, да. В предыдущей серии мы добыли немного алмазов и добыли еще железо, и в итоге сделали железный сет, и плюс еще мы сделали щит и меч. Да, ну и еще вроде бы железную кирку мы сделали, но неважно. В общем-то, сегодня мы, получается, продолжим выживать, да. И уже, кстати, я перешел на более новую версию. Я скачал Bedrock Timis снова, да, и снова с Bedrock Timis играю. Теперь, надеюсь, будет чуть-чуть поменьше лагов. И плюс еще я скачал текстурпак на Gen Shift. В общем-то, давайте-ка начинать. Итак, погнали! Итак, я честно не знаю, что мне делать. Во-первых, как вы видите, я изменил управление, потому что в новой версии Майнкрафта в релизе появилось новое управление. Мне оно более-менее сейчас удобное. Да, я не совсем привык, конечно, к нему, но мне удобно то, что я могу не ломать вот эти вот блоки, получается, в креативе, по крайней мере. И, короче, вот, ну, прикольно то, что вообще нужно именно на определенные кнопки нажимать. Вот, да. Но, к сожалению, здесь дофига зомбарей сейчас, и я не знаю, что мне с ними делать. Да. Кстати говоря, я записал с прошлого видео, получается, вот эти вот... Короче, я записал, получается, координаты алмазов, которые я нашел в прошлом видео. Просто я, получается, их сейчас не знаю, буду ли я использовать. Вот минус управления в том, что здесь нельзя одновременно некоторые действия делать, получается. Но, в принципе, в некоторых местах и можно. Так, я это сделал для того, чтобы поспать, для того, чтобы прошла у нас ночь. Да. Ой, я в сундуке заспавнился, ладно. Это странно. Так, и, в принципе, нам нужно было бы отсюда спрыгнуть, чтобы нам восстановить здоровье. Возрождение. Кстати, да, как я и сказал, я установил текстурпак на Bedrock Timis, да, и текстурпак на, получается, жирный шрифт. Жирный шрифт очень прикольно выглядит, я считаю. Ну и, в общем-то, сегодня мы пойдем вниз дальше копаться, но прежде чем мы это сделаем, мне нужно сделать побольше факелов, потому что у нас как бы не так уж много факелов сейчас. Вообще, самые ненужные вещи нам нужно выложить. Что-то у меня слишком много ненужных вещей сейчас. В принципе, все. То есть, в принципе, все остальное мне более-менее нужно. Да, вдруг пригодится, так скажем. И... Ну, ладно, еще вот это, может быть, не нужно. Вот, все. Давайте-ка идти в шахту опять. Я забыл совсем то, что нам нужна вода, чтобы, получается, это... чтобы залить лаву, которую если мы найдем. Итак, мы практически спустились вниз. Ну как, нам нужно еще спуститься намного ниже. По-моему, мы где-то тут ходили. Я вот вижу тут факела. Так, давайте-ка поставим факел тут. А что скалк сенсора обычно не вызывает Вардена. Вот. Иначе бы я бы уже бы с Варденом тут сражался. Ё-моё. Ещё и... Ха. А, подождите-ка. Так я могу зажать просто этот shift. Он зажимается сам по себе просто. Ё-моё. Да... Харе. А как? Ё-моё. Как мне с вами сражаться? Вас слишком тут много. Я понимаю, что это зомби-апокалипсис, но вас тут слишком много. Как я вас здесь осилю? Есть. Фух. Дайте мне отдохнуть. Не-не-не-не, только не эндермен. Сейчас нам эндермены не нужны. Как я смог выжить? Без понятия. Но это была самая жесткая заварушка за всю историю зомби-апокалипсиса. Мне не нравится то, что там дофига зомби до сих пор.
Я вижу до сих пор дофига зомби. И еще мне не нравится то, что у нас опять голод. Я совсем, кстати, забыл. То, что у нас как бы... Так. О, нет! О, нет. О, нет. Это плохо. Это очень плохо. Уйди ты! Мне сейчас не до тебя. Фу, хорошо, что Варда не призвался. Вроде бы. Просто катализатор сработал, и все. Слава богу, просто слава богу. Если бы Вардом призвался, то было бы опасно. Это, знаете, опасность сейчас везде прям. Зомби-апокалипсис. Чуть Вардом не призвался. Я не знаю, что мне сейчас делать. Мне просто тупо сейчас... Понимаю. Там еще и скелет теперь. Подождите-ка, так мне нужно сюда. Мне нужно куда-то сюда. Я точно помню то, что я где-то здесь ходил. И вот сюда, по-моему, спустился, чтобы... Да-да-да-да-да-да, все. Мне даже не понадобились координаты. Так, о, нет, опять тут дофига зомби. Да вы издеваетесь. Как мне быть? Тихо. Спокойно, спокойно. О, Крипер, помоги мне. Спасибо. Фух. Мне Крипер сейчас очень знатно помог. Вы бы знали, как мне Крипер сейчас помог. Так. Добываем алмазы. Я же начинаю немножко паниковать. Давайте-ка закопаемся. Нет! Зашибись. Ну, по крайней мере, мы 2 алмаза добыли. У нас теперь 3 алмаза. Я не знаю, серьезно, что мне делать сейчас, потому что мне просто-напросто... Мне просто-напросто терпения не хватит с такими толпами зомби. Мне стало интересно посмотреть, что вот тут. Вот я не ходил сюда еще. Мне интересно посмотреть, что вот тут, где мы можем подняться немного. В принципе, сюда можно пойти, если что, заради угля. То есть, если не будет, как я и сказал, недостаточно угля... то да. Но у нас как бы достаточно пока что угля, просто у нас сейчас походу будет недостаточно дерева. Кстати, опять железка, так что, в принципе, ладно. Забираю свои обратно, это слова, потому что в принципе полезно достаточно. Конечно, 2 железа всего лишь там было только что, но ладно. В принципе, и 2 нормально. Хорошо, хоть не одно, как говорится. Следовало бы факела взять в другую руку, если бы можно было бы на телефоне. Но на телефоне такого нельзя, во-первых. А во-вторых, мне нужно обороняться. То есть щит как бы мое все фактически. Так, нужно сюда куда-то пойти, я считаю. Блин. Блин! Ты издеваешься? Вот видите, как спасает щит? Особенно от этих мелких зомби. Блин, это... Потому что по ним нереально практически попасть. Не пипец, какие мелкие и... Ох. Это сложно. Это серьезно самый сложный мой ЛП, наверное, будет за всю историю мою. О, боже, куда ведет эта шахта? Пипец. Ой-ой-ой, не-не-не-не, я сюда не пойду. Я сюда не пойду, я сказал. У меня телефон разворачивает камеру все время. Нет! Только не снова, дофига зомби. Так,
Нужно бежать, короче, все. Я не знаю, серьезно, что мне делать. Мне, как всегда, все идет через жопу. Зашибись, еще один мелкий зомби. Почему их так много? Да ты заколебал. Ты хотя бы можешь, блин. Ты тупой? Мне показалось то, что там алмазы. Зашибись. Там, где я составляю факелы, зомби уже не спавнится практически. Так что, да, я могу спокойно практически ходить по тем местам, где расставлены мои факелы. А вот там, где не расставлены мои факелы, зомбарей дофига. И больше. Беги. Так, пожалуйста, найди лава. Есть, там лава. Скажите мне то, что там будет большой источник лавы, и я смогу... Нет, я думал то, что там вода. Так, ладно. Попробуем напролом опять. О, нет. Не-не-не-не-не-не. Не, да куда, как... Куда мне бежать? А? Я тупо всех зомби согнал на себя сейчас. Не знаю, куда мне идти. Куда мне бежать? Так там вода! Там серьезно была вода. Мне так спокойно спуститься. Давай, 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 куда? Беги, просто беги, просто беги. Лава, лава. Очень много лавы. Но это не то. Нужно много источников именно лавы. Фух, я вроде бы оторвался от зомбарей. Но не факт. Здесь прям огроменная шахта. И наконец-таки, очень много источников лавы. Все. Я на эту серию сделал... И там алмазы! Я вижу там алмазы. Так. Нужно быстренько все осветить. Пока что тут не появились зомбари. И быстренько... спуститься вниз как-то и быстренько похавать. Так, я вижу там алмазы. Нужно нужно будет как-то, наверное, запомнить координаты. Ну, либо же я просто координаты потом возьму с ролика. Капец, смотрите, как спускается лава, офигеть. Так, ну, в общем-то обсидиан есть. Обсидиан серьезно есть, все. То есть мы фактически можем сейчас добыть обсидиан. Ну и все. Классно. Мы добыли 10 обсидиана, это как раз хватит на портал. Я не буду добывать на 100 зачарования обсидиан, потому что, вот серьезно, мне немножко надоедает добывать обсидиан. Мне не хочется, если честно, сейчас еще растягивать ролик и добывать еще больше обсидиана.
Очень прикольное местечко я нашел, мне кажется. О, я уже вижу еще алмазы. Как я и сказал, то есть это не одни алмазы тут. О, тихо, спокойно. Я не хочу сейчас умереть. Я не хочу потерять это место. Не, конечно, я не потеряю его. Просто мне не хочется возвращаться к нему заново. Я хочу, получается, подстроиться хотя бы к одним алмазам. Вот. Чтобы убедиться, сколько алмазов вообще тут будет, типа, да. Типа, понимаете, у меня пока что не так много было алмазов. Вот, за это выживание. И я хочу еще больше алмазов, да. Это хорошо, что я такое все-таки место нашел, да. Потому что если бы я так не такое место нашел, то было бы фигово. Итак, я достроился до алмазов. Сейчас на всякий случай разолью воду. И на всякий случай поставлю факел. Там зомби я вижу. И здесь еще, по-моему, где-то были алмазы. Не знаю, вроде бы на этих, на какой-то из этих, вроде бы то ли на этой, то ли на этой, то ли на этой. Вот. Как я вижу, там вроде бы нету алмазов. И вообще здесь огромное, прям серьезное помещение, как я и сказал. Вот. И, ну, как бы я больше не вижу особо алмазов. То есть, пока что я вижу то, что не так уж и много алмазов. Может быть тут. Но, в принципе, и такое количество сойдет, я думаю. Вот. О, здесь даже не один алмаз. Да. Не, конечно, в предыдущей серии я нашел, получается, где-то, ну, наверное, 8, нет, 10 алмазов я вроде бы нашел за серию предыдущую, но этого мне не хватает чаще всего. И сейчас я понимаю то, что мне можно вот так вот просто, кстати, сделать. О, там еще алмазы. Так, знаете что? Я хочу вот так вот сделать. Сейчас быстренько залью водичку. Так, зомби сами тупо в лаву упали. Так, и сгорели. Ха, это хорошо. Я, значит, гений. Я гений. Вот только я не знаю, что сейчас делать с алмазами. Ну, фух. Мне повезло. Алмаз не пошел в лаву. Так. Опа! Ха, круто. А вот это уже двойное везение. Я мог просто-напросто не заметить этот алмаз. Так. Ну, кстати, я вижу там зомбаря. Я не понял, где мои алмазы? Вон они. Я вижу их. То есть... Ладно, допустим. Быстро, быстро, быстро. Так, где-то тут. Бля, они только что. Или тут. А, там. Точно. Ага, там скалк-блоки опять я вижу. Кстати, автопрыжок стал, по-моему, немножко лучше работать в некоторых местах. Раньше он работал как-то непонятно, то он прыгает нормально, то он не прыгает нормально, перс наш. А теперь нормально вроде бы работает. И у нас здесь опять достаточно много алмазов. То есть мне везет, хотя, типа, обычно... Ну, как бы в последнее время в новых версиях Майнкрафта спавнится по одному алмазу. Вот. Частенько. Там пипец как часто. Но, в общем-то, мне почему-то везет. Здесь я вижу более-менее безопасно. Ну да. Конечно. Безопасно. Короче, будем здесь все равно заканчивать, несмотря на то, что здесь зомби был. В общем-то, на этом все. Наверное, с вами был Гоша69. Сегодня мы очень много всего сделали, я считаю, все равно. И, в общем-то, в следующей серии мы построим портал в ад. Возможно, отправимся в сам ад. И там посмотрим уже, что там будем делать. И, возможно, еще, ну, немножко сделаем броню, потому что, ну, как бы, я уже практически всю броню могу сделать. Тут остается немножко найти алмазов. Возможно, мы в следующей серии еще там побудем. Сзади меня то, что... И, в принципе, следуем, и, в принципе, все. Потому что здесь уже мы, по-моему, нашли все алмазы, которые здесь были. Да. На этом все. С вами был Гоша69. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои добрые комментарии. Делитесь с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Всем до встречи и всем пока-пока.
На что ты смотришь? Я уже ролик закончил. Перед тобой прям вот аватарка моя, на которую можно нажать и на меня можно подписаться, блин. Плюс еще справа и слева видосы. Тыкай на что хочешь. Да. Пока.